Всем привет! В эфире настоящее интервью. У микрофона я, Маша Инверна. И сегодня у меня в гостях Твиттер Гай команды Empire. Привет, Кирилл. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в организацию Empire и как ты в частности стал Твиттер В Team Empire я попал достаточно давно. Вернее, даже я с самого начала в этой организации. История, в принципе, достаточно простая. Очень давно я начал играть э, в Team Fortress 2. Часто сидел на форуме самом большом э, в русском комьюнити посвященной этой игре tf2wall.ru и, собственно, я там писал новости просто для себя. То есть я занимался переводами с английского языка на русский, писал какие-то статьи. Э, вот, ну и меня, собственно, заметили ребята, которые впоследствии создали Team Empire, ну, вернее, возродили этот тег. Потому что достаточно старый тег. Вот. Ну и позвали меня писать на их сайт teamempire.org, И я согласился. Собственно, такое было мое начало в этой организации. А что касается Твиттера, то есть ты начал с сайта, а как ты стал заниматься социальными сетями? Опять же, в этом было хорошим поспорим, то, что я знал английский язык. Ребята создали аккаунты для соцсетей и попросили меня заниматься постингом, то есть просто писать на английском языке в Twitter, Фейсбук какие-то наши новости и прочее, потому что тогда это только начинало развиваться все в социальной сети. Ну и я, собственно, начал там просто в стиле Virtus Pro переписывать новости в Twitter и Facebook. Достаточно стандартный подход. А как так вышло, что из сторонника стандартного подхода ты превратился э, в бога мемов, в того самого Твиттергая? Ну, на самом деле, для этого послужило несколько достаточно таких поводов. Когда я писал про второй StarCraft, я часто сидел на форуме teamliquid.net, и там на их форумах периодически проскакивали такие моменты, типа... Твиттер войны между Mouse Sports и Team Liquid. Там э, вели эти Твиттер аккаунты каких-то два просто дичайших комьюнити-менеджера, которые друг друга подкалывали постоянно. И мне это дико нравилось, потому что это был такой нестандартный подход, который нравился людям. И он очень понравился мне. То есть э, вот это живое общение между командами общение с людьми, с подписчиками. Мне это импонировало. И, в принципе, я считаю этих двух комьюнити-менеджеров, наверное, своими, ну, даже не знаю, учителями, потому что, смотря на них, я понял, что нужно работать в такой же стилистике, что это очень здорово и это нравится людям. Хорошо. Но смотри, одно дело, ты получил некий читательский опыт, попытался применить его в своей работе, это зашло. Но я знаю из твоих блогов, то, что ты также изучал профессиональную литературу, изучал СММ как таковой. Вот скажи, в какой момент ты понял то, что интуитивного видения ситуации в твоей работе уже мало? И нужно подкрепить это чем-то более существенным. На самом деле мне просто нравилось работать с социальными сетями, то есть взаимодействие с публикой постоянно. То есть тут и психология, и какие-то другие вещи. Нужно быть всегда в тренде, нужно быть на одной волне с людьми, чтобы они читали тебя, чтобы писали тебе. И в принципе... Мне вообще импонирует тот факт, что люди ценят мою работу. Для меня это очень большая мотивация. Не деньги и не прочее, для меня не самое важное на самом деле. Мне нравится, когда действительно люди пишут, чувак, ты вот молодец, ты круто бахаешь, и это здорово. Но в какой-то момент я понял, что это может стать, в принципе, моей работой, работой с социальными сетями. И поэтому я пошел работать стажером в один продюсерский центр и, собственно, работал там в СММ отделе под началом такого молодого и перспективного СММ директора. Там я научился таким базовым вещам, как написание стратегий, создание контент-планов и прочего, то есть придерживание каких-то рамок, каких-то устоев, которые уже есть в социальных сетях и в СММе. Там меня научили, грубо говоря, подковали, ты ну, чувствуешь э, то, что это тебя сильно забустило как специалиста, или это больше были знания, которые, не знаю, там кругозор расширили? Ну я не скажу, что это очень сильно мне помогло, допустим, с тем же имперским твиттером, потому что здесь я больше сам создал какой-то свой стиль и придерживаюсь ему. Но в целом это мне помогает вообще в работе, то есть какие-то знания и прочее, когда приходят люди советоваться по поводу того, как им вести свои соцсети, как им разработать стратегию, контент-план, я все это могу помочь, им подсказать. И это, в принципе, хорошее подспорье для любого специалиста, то есть иметь все-таки какие-то знания и навыки, а не просто быть самоучкой. А чем ты еще занимаешься в Империи, кроме Твиттера? В разное время занимался разными вещами. Я и писал новости, и был что-то типа креативного директора, и со мной советовались, какой дизайн Майк создать даже вплоть до этого. На данный момент я сейчас занимаюсь разработкой нашего нового портала, где я буду отвечать за редакционную политику и, собственно, тоже написание новостей. То есть возвращаюсь к своим корням, грубо говоря. Слушай, звучит вообще круто. Я думаю, что с таким руководителем сайт будет сильно отличаться от привычных нам киберспортивных площадок. Ну да, на самом деле мы планируем быть не просто каким-то новостным СМИ в стиле РИА новости, а именно подходить более нетрадиционно к написанию новостей, собственно, в таком небольшой стилистике моего твиттера, где-то с юмором где-то со стебами, но самое важное – давать в том числе и русскому комьюнити какие-то новости, которые теряются в переводе, теряются по датам иногда на наших порталах. Если ты не заметила, то у нас очень дико проседает новостная лента по той же CSGO, хотя эта игра сейчас очень популярна. Какое-то дикое количество зрителей смотрит ее на Твиче, в CSGO TV, но новостей практически нереально найти, то есть там спасает только HLTV.org, которому 300 миллионов лет и на котором очень сложно вообще найти информацию и ориентироваться на этом сайте. Я думаю, что после того, как ты заговорил про важность и популярность CS в СНГ, все сразу вспомнили недавний вброс о том, что Empire подписывает состав по CSGO и все такое. Да, правда был такой вброс. Нет комментариев по этому поводу. Ну ладно, ладно. А вообще, вот ты на своей позиции насколько сильно вовлечен в дела команды? Я могу обозначить это так, что я много о чем знаю, но практически ничего не решаю. Могу только дать совет или что-то типа такого. Все равно решение принимает начальство непосредственно мое. Подожди, вот давать советы это очень интересное занятие. Давай с тобой сейчас поиграем в диванных аналитиков. Выступление Dota 2 состава Empire в последнее время очень нестабильно. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, связано это с несколькими основными, наверное, причинами, из которых я бы назвал психологическое состояние игроков, их мотивация и, в принципе, наверное, один из таких Ключевых моментов это то, что какие-то игроки уже привыкли друг к другу, к другим они только начинают привыкать, допустим, к тому же нофиру, и они пытаются его приютить в своем коллективе, и вот эта адаптация его происходит достаточно долго. Ну, то есть реально здесь очень много зависит от психологии людей, от мотивации. Я думаю, что это ключевые моменты, которые сейчас хромают и которые не дают команде показывать результат. Ну и, конечно, вот эта чехарда с оффлейном, когда Resolution то играет на оффлейне, то в миду. Очень сложно найти хорошего оффлейнера сейчас в СНГ, потому что молодые дарования практически всегда — это мидеры, которые у нас бахают, и которых у нас очень много, и все хотят играть на миду. Но вот оффлейнера найти очень тяжело, а от оффлейнера на самом деле зависит очень много. И я так как сам играю в Доте, практически всегда на позицию Флейна, пытаюсь там какие-то мувы делать очень крутые. Я понимаю, что от этого человека зависит практически все. Он в любой момент игры может полностью перевернуть вообще любую драку, любой исход. И, ну, на самом деле вот сейчас это основная проблема наша тоже. Найти хорошего Флейнера слушай, ты прям говоришь, вот я играю на оффлейне, оффлейн, вот такая роль, которая может вернуть игру, я прям вспоминаю, как ты хукал на клаке Мирану, и она инста из кока Ну ладно, ты играешь в доту, насколько часто ты вообще это делаешь, насколько ты следишь за компетитив сценой, или ты как бы поигрываешь, смотришь, что там в Империи происходит, а на остальных так? На самом деле, раньше я следил за сценой гораздо больше, сейчас я просто периодически смотрю стримы, ну а что касается игр империи, я смотрел абсолютно все игры. Я максимум пропустил, ну, ну возможно, одну какую-то не очень значительную, которую я там не смотрел воды. А по всему остальному я могу себя назвать, наверное, одним из самых больших фанбоев в, э, империи. То есть я не пропускаю игры, смотрю их все. Даже когда нет времени, я найду какую-то там минутку посмотреть вод и прочее. Посмотреть, что ребята как играют, что у них получается, не получается. Даже несмотря на то, что я не могу ничего изменить, <laughs> я всегда смотрю и радуюсь. А насчет э, того, сколько я играю. Ну, я не люблю играть соло. Э, я люблю играть э, со своими друзьями, со стаком. И периодически мы находим время и вечером катаем, сливаем ММРчики. В общем, все как у всех. Ну давай от... Э дота состава снова переметнемся на организацию в целом, в империи такая структура, то что разные люди занимаются разными социальными сетями. Это осознанная стратегия или просто в какой-то момент так вышло? В самом начале людей, которые занимаются соцсетями, должно было быть вообще двое. Тот, кто занимается англоязычными сетями, тот, кто занимается русскими, там, ВК. Но просто в какой-то момент, это был мой косяк, то, что я закинул Facebook, которым я должен был заниматься. И, грубо говоря, мне стали искать замену, нашли человека, который ведет Facebook у нас до сих пор. И как-то так сложилось исторически, что вот у нас получилось, что разные люди ведут разные аккаунты. И, в принципе, я считаю, что это хорошо. То есть у нас нету однобоких постов, нету односторонних каких-то мемов тех же. То есть у нас в каждой соцсети вы увидите какой-то свой живой подход к написанию контента. То есть в Фейсбуке это один человек, в Твиттере другой, в ВКонтакте это вообще три разных человека. Ну и в Инстаграме тоже там залетают картиночки с описанием от четвертого человека. Кого бы ты мог выделить э, из комьюнити-менеджеров э, э, в СНГ? Ну, okay. в последнее время, наверное, вот как раз последний год, вот это 2015 активизировались команды в основном в Твиттере, я сейчас на других соцсетях практически не сижу, не смотрю и не читаю никого. Ну, просто потому что мне это незачем на данный момент. Но в Твиттере достаточно все так вот, комьюнити-менеджеры начали писать, живо общаться. В принципе, это хорошо. То есть у нас развивается вот это направление SMM -а и нормальных комьюнити-менеджеров, которые... Общаются, которые готовы отвечать на вопросы, а не просто кидать по а, времени определенные посты. Текст плюс картинка. Ну да, это текст плюс картинка. Ну, в принципе, это то, еще чего состоит твит. Ну а в целом вега кто у нас? Натус Винцеры. Некоторые лиги сейчас тоже активизировались, нашли СММщиков. А, меня прощает тот факт, что многие организации ищут молодых и талантливых ребят, которые могли бы работать на этой позиции. Мне много раз предлагали разные позиции, связанные с соцсетями, тоже разные организации. Вот, это значит, что люди нужны, и если я не согласился, то они нашли других людей, то есть, ну, я бы сказал, 5-6 новых, наверное, людей нашли свое призвание, я надеюсь. В качестве комьюнити-менеджеров на различных соцсетях. А если отбросить в сторону киберспорт и просто в целом на мировой комьюнити посмотреть, кого бы ты мог выделить? Допустим, я молодой фанат киберспорта, хочу стать богом СММ, когда вырасту. И кого стоит почитать, именно чтобы получить такой вот читательский опыт? Я бы выделил из того, что я сейчас читаю, на что я подписан в Твиттере. Это Денис Динер или дайнер, как правильно назвать его, там в соцсети ведет какой-то нереальный чувак, который просто абсолютно попадает в свою целевую аудиторию и закидывает такие твиты, что иногда голова кружится прям. Очень нестандартный подход и очень здорово человек все делает. Ну а вообще изначально вот этот стиль в русском комьюнити повелся, наверное, от э, ленты.ру, еще от старой редакции, когда они вот так вот нестандартно подавали новости и прочее, и многие пытаются до сих пор их копировать стиль, но, конечно, ничего не получается. Ну, а у самой Медузы, в принципе, теперь получается. А как ты думаешь, в чем секрет успеха такого подхода? Это природное чувство юмора, которое ничем не заменить? Или, может быть, это какая-то осведомленность о вещах, которые происходят в медиаполе? Что главное, без чего невозможно быть крутым комьюнити-менеджером? В этом деле без хорошего, добротного чувства юмора на самом деле вообще никуда. Если ты очень серьезный, это, конечно, здорово, но это можно оставить для РИА Новостей и Первого канала. Ну а все остальное, все приходит с опытом. То есть какие-то знания, можно все это получить, делая посты, практикуясь, получая фидбэк. Составляющая успеха, главное, это чувство юмора. Без этого никуда. А все остальное, это уже наживное. И это придет со временем. Ты упомянул про ленту, и я как раз хотела поднять тему, которая актуальна не только для киберспортивных порталов и соцсетей, но и в целом для интернет-пространства. Это тема скорби. Так вышло, что за последнее время произошло много трагических событий, и это, разумеется, нашло отражение в интернете. Что ты можешь по этому поводу сказать? Как ты относишься к скорбящим в сети в первую очередь? И во вторую, какую позицию при таких ситуациях должны занимать киберспортивные порталы и соцсети? Я считаю, что киберспортивные порталы и вообще соцсети, единственное, кому проявлять вот эти моменты, скорби и сочувствия должны только самим людям. То есть, если вы знаете реально людей, которые, возможно, пострадали или их семьи были затронуты. Ну, как, допустим, когда вот этот теракт в Париже случился, об этом стал писать Fucking Мэтт в Твиттере. То есть я от него, в принципе, первый узнал, что что-то произошло. И. Да, я ему действительно написал, что Чувак, оставайся, пожалуйста, там. Береги себя. То есть. Я надеюсь, что с тобой все хорошо. Ну, потому что это единственный человек, которого я знаю, француз, который живет в Париже. Я не знаю других людей, которые там живут, но я на самом деле им сочувствую. Но то, что я напишу, допустим, что парижане, мы с вами, это ну никак им не поможет. То есть вот эти лайки и прочее, они это не увидят, если они там не подписаны на мой твиттер. И это будет сказано впустую, просто для того, чтобы сказать... Поэтому я отношусь к этому так, что Выражайте свою скорбь и соболезнования людям, которых вы знаете. А то, что многие начали вот это в соцсетях повальную, можно сказать, флешмоб с этими картинками и прочим. Ну, это дело людей как-то показывать то, что вот, обратить на меня внимание. Я знаю про то, что что-то произошло. Я весь такой информированный и весь такой скорбящий. Ну, посмотрите на меня, пожалуйста. Да, я как бы негативно к этому отношусь, то есть... Ну, никто, кроме там твоих друзей, это не прочитает. А если твои друзья не находятся на данный момент в Париже, то нету никакого смысла твоего поста. Слушай, ну, ты это... даже, даже если твои друзья находятся в Париже, разумнее, наверное, им в личку написать, спросить братан, чтобы все хорошо. Ты где сейчас, нежели устраивать показуху и постить на стене с пятью хэштегами, что Париж вы с тобой, как ты правильно сказал, до этого. Да, тут на самом деле в первую очередь в такие моменты нужно думать о самих людях, которые могли пострадать. А все остальное это уже, чтобы набрать классы. Ну я в принципе по этому вопросу с тобой согласна. Опять же, к слову, о трагических событиях в Париже. Все это произошло в ночь с пятницы 13 на субботу. И официальный аккаунт Paramount Pictures, если я не ошибаюсь, просто сделал отложенный твит, посвященный пятнице 13 с этим вот маньяком в маске, с каким-то комментарием тематическим. Разумеется, люди, делая отложенный твит, не могли себе представить, какие события произойдут в мире – но факт остается фактом. Тебя читают минимум десятки тысяч людей, и ты совершаешь ошибку вот такого порядка. В чем мой вопрос? Как нужно исправлять свои ошибки в СММ? Как нужно заметать следы? Это хороший вопрос, который, в принципе, меня касается непосредственно, потому что до того, как пойти и работать в офисе Team Empire и заняться как раз разработкой сайта, я работал в РИА Новостях, занимался продюс продюсированием соцсетей. И когда я заменял там одного человека, который, собственно, выпускает новости в соцсети, если ты помнишь, этот момент был в прошлом году, когда дико скакал рубль, и менялся он практически каждые две минуты на новостях постоянно выскакивал вот эта новость, что рубль теперь стоит столько-то, а теперь он стоит столько-то, теперь вот он столько-то стоит. И по ошибке, которую допустили редактора, я выпустил твит с неправильной цифрой, после чего достопочтенная Маргарита Симонян сказала, ты, мальчик, не прав, и больше у нас работать не будешь. Собственно, вот из-за такой ошибки я перестал работать в новостях. Как заметать следы? Ну, она замяла это так, что сказала в своем в Твиттере, что сейчас кого-то уволят и убрала меня. Вот. То есть, вот так вот она заметала следы и косяки своей организации. А на, на самом деле, как нужно их заметать, достаточно просто. Ты выпускаешь следующий пост, в котором пишешь: Мы приносим свои извинения за неправильные контент, который вы могли бы подумать, что или как-то интерпретировать по-своему, если он вас огорчил или что-то еще. Если ты выпускаешь, допустим, твит с опечаткой, ты просто удаляешь свой твит, пишешь его снова без опечатки. Люди все тоже не глупые, понимают, что делают, работают не роботы, а люди, и ошибки всегда допускаются. А насчет отложенных постов, это вообще отдельная тема, и насчет Paramount, я не знаю, кто. Конечно, может, на аутсорсе кто-то ведет в Европе. Их э, социальные сети. Обычная политика просто как раз таких вот крупных компаний строится так, что социальные сети вообще маркетингом занимаются рекламные агентства, в которых э, иногда за месяц, иногда за неделю разрабатывается контент-план, и все эти твиты, посты и прочее расписаны уже на неделю вперед. И, собственно, люди тоже не железные. Они эти цветы сделали, работу свою выполнили и пошли отдыхать. И у кого-то ночь, у кого-то еще что-то. И всегда такая ошибка может произойти, потому что, опять же, человеческий фактор. Но я, в принципе, поняла твою мысль. Реально интересная история была про Симоньян. Да, обожаю ее. В постер висит у меня теперь ее дома. А вообще, если говорить об ошибках, то какие основные ошибки комьюнити-менеджеров в СНГ ты бы выделил? Основные ошибки, я думаю, это неправильное восприятие критики. То есть реальной критики никогда тебе люди просто пишут, что сдохните, мрази, просрали все мои рарки, я потерял все деньги, которые там откладывал на квартиру, на машину, бла-бла-бла воспринимать нормальную критику, когда ты что-то делаешь неправильно, и тебе в этом пишут люди и говорят ну, здесь ты вот это ты неправильно подал вот эту информацию, то есть ну как-то надо было по-другому, а почему вы вот это не делаете, а сделали бы вот это всю эту информацию в принципе в форме фидбэка всегда любая организация получает в огромном количестве в твитах, в сообщениях и впрочем и любой комьюнити менеджер, в принципе, должен как раз фильтровать вот эту информацию, правильно ее интерпретировать и для себя, и для начальства, и подавать как-то и игрокам, и прочим. Вот некоторые киберспортивные организации, они в ответ на критику банят людей в Твиттере, например, у себя, да, да. Но мы не будем показывать пальцем, мы лучше перейдем к следующему вопросу. Тебе приходится по долгу службы вступать во всякие перепалки с людьми, я сейчас говорю не про тех, кто пишет, что Рарки проиграл, а про всяких медийных лиц, которые пытаются уже э, поподкалывать тебя, поконтеститься с тобой в остроумии. А как ты к этому относишься? Воспринимаешь ли ты это как челлендж? Может быть, это даже льстит тебе, подстегивает? Раньше человеком, который вступал в всевозможные перепалки, собственно, был я, потому что так я пытался привлечь внимание какое-то к твиттер-аккаунту. То есть я постоянно отвечал людям какие-то пытался шутки делать, кто-то позитивно на это отвечал, кто-то негативно. Англоязычная комьюнити сразу сказала, блин, вот это здорово, вот это нормально. То есть там Beyond the Summit, они всегда, допустим, хорошо отзывались о Team Empire в этом плане. Говорили, что чувак, который делает, он нормально делает. А русскоязычная комьюнити, допустим, очень долго к этому всему привыкала, что вот есть человек, который какую-то свою точку зрения высказывает, что он там почему-то от лица организации какие-то вещи вообще странные рассказывает, там отвечает Вилату и прочее, говорили, уберите этого школьника с твиттера, что он себе позволяет вообще, это же официальный аккаунт. Ну, а сейчас, то есть вот возвращаются вот эти славные времена, когда разные организации вступают в вот эти перепалки. Наверное, самые крутые перепалки у меня были с твиттером Evil Geniuses. То есть там какая-то, я помню, наш какой-то диалог, какое-то нереальное количество просмотров собрал. Суммарно несколько твитов собрали миллион просмотров. Только моих, не включая Evil Geniuses, потому что я не знаю их статистику. Но так как я, грубо говоря, учился у таких людей, как Маус, Sports и Team Liquid, меня особенно прельщает то, что у Liquid сейчас снова появился дота состав. И я могу с их комьюнити-менеджером, правда, сейчас там, по-моему, уже другой совсем человек этим занимается. Могу с ним поспорить в плане вбросов и трэш-толка. Слушай, я думаю, это будет достойная битва. Она уже идет, эта битва. Ничего себе, это надо будет почитать. Я просто не подписана на ликвидов, видишь, и не зафиксировала, видимо, из-за этого момент начала. Многое упускаешь. Я наверстаю, я наверстаю. Смотри, ты когда-нибудь думал о том, чтобы быть более медийным? Вот ты сидишь такой и думаешь, боже мой, я столько всего делаю. Мне столько людей пишут восторженные отзывы в Твиттер каждый день. Страна должна знать своих героев. Ну, я утрирую, конечно, но ты не хотел никогда вот, быть более медийным, чтобы люди знали, что это не просто твиттер-гай, а вот этот вот чувак с именем, с лицом? Это на самом деле сложный вопрос, потому что я думал об этом часто достаточно. В принципе, уже те, кто следят за Твиттером, знают, как я выгляжу, потому что фотки иногда проскакивали там из четвертого интернешнала, когда я там интервью брал. На данный момент я планирую, возможно, начать стримить, если у меня это получится. Я, в принципе, не особо люблю работать как-то на камеру. Сказал бы, что я стесняюсь ее но, возможно, стриминг поможет мне в этом. Ну и, собственно, какие-то люди смогут меня, наверное, увидеть, если я найду веб-камеру. Буду стримить доту, возможно, контру, если найду нормальные конфиги под нее, потому что очень дико мне не нравится CSGO по сравнению с 1.6, который я играл достаточно долго. Чем бы ты хотел заниматься в будущем? То есть, понятное дело, что уже можно было из нашего разговора сделать вывод, что тебе нравится вести соцсети, что тебе абсолютно комфортно это делать, и что немаловажно тебе это получается. Но, ты знаешь, можно ведь остаться в этой роли навсегда, что не выглядит какой-то такой перспективой очень радужной. Есть ведь, наверное, какие-то пути роста, о которых ты задумывался? Пути роста... Ну, сейчас киберспорт очень активно развивается, привлекаются от спонсора с громкими именами, большими деньгами, деньгами. И, в принципе, даже команды получают инвестиции на свое развитие, то есть, оставаясь в какой-либо команде, ты можешь получать достаточно неплохую зарплату и трудиться на ее благо. Допустим, как сейчас функционирует Evil Geniuses, который именуют себя там агентством, да, те, кто отвечает за них. Не помню, как они называются. Good Game Agency, да. да. Вот. Но ну, у них неплохо получается там. Evil Genius, Alliance, то есть всем они отвечают там некоторые люди, хотя это совершенно две разные команды. Они, собственно, под твичом себя вполне неплохо чувствуют. Я думаю, это хорошая как раз вот следующая степень развития для того же Team Empire. Быть каким-то агентством, то есть и связывать спонсоров с командами, с разными составами, то есть вот внедрять новые каких-то людей и компании в киберспорт. А где ты в этой пищевой цепочке находишься? Пишешь твиты об успешном внедрении нового спонсора или все-таки чем-то организационным занимаешься? Ну, уже сейчас я могу сказать, что вести твиттер, это не моя прямая обязанность, это больше как хобби. То есть у меня твиттер установлен на телефоне, и практически всегда, когда я делаю и это когда я иду, читаю твиттер и там делаю какие-то посты или кому-то отвечаю. То есть даже сейчас, когда там какие-то люди пытаются мне написать, там вызвать на мемо, мемо поединки, Обычно я еду метро в этот момент они думают что вот сейчас нормально побахаем а я еду там по каким-то другим делам и не могу побахать так что простите ребята если это вы ждите своего очереди да да записывайтесь <laughs> на прием а как ты думаешь в теории может настать момент что ты покинешь твиттер империи что вот твои Обязанности основные не настолько тебя поглотят, что у тебя не останется времени, сил, энтузиазма заниматься твиттером? Ну, я считаю твиттер каким-то своим небольшим детищем, который, возможно, когда-то придется отпустить, наверное. Но сейчас очень хочется оставаться к нему поближе и не отпускать. И поэтому я оттягиваю момент до последнего. И надеюсь, что он никогда не произойдет. Наверное, как-то так. Боже, это нереально трогательно сейчас звучало. Я думаю, что на этой трогательной ноте мы можем закончить наш разговор. Тебе нужно будет передать приветы своим родителям, своим наставникам из моего спорт с этим Liquid и всем, кому ты хочешь. Да, жаль, они меня, наверное, не услышат. Я передаю привет всем фанатам Тима Пери, которые подписаны на нас. Передаю привет всем людям, которые работают в Team Empire и которые, возможно, прочитают, прослушают это интервью. Особенно своему начальству, который сейчас сидит в офисе и мешает мне записывать это интервью. Также привет и своим друзьям, которые меня всегда поддерживали в плане там, моей работы и моих взглядов ну и, наверное, все. А, и еще привет всем комьюнити-менеджерам, которые собираются мне писать и вызывать на поединки мемов. Вам не сдобровать. Спасибо тебе еще раз. И тебе, кстати, спасибо, и тоже привет. Ой, тебе привет, спасибо, за привет, и за интервью, и за привет. Не за что. Напоминаю, что вы слушали настоящее интервью. С вами была я, его ведущая Маша Инверна и мой гость Тим Twitter Твиттергай. До новых встреч!